Завод 21 века. Сроки введения в эксплуатацию предприятия «Хивель» неоднократно переносились. Но сегодня выпуск продукции уже ведется. Посмотреть работу предприятия решил глава республики Михаил Игнатьев. Предприятие «Хивель» является одним из ведущих в энергетической отрасли и имеет существенное значение для промышленного комплекса всей России. В Новочебоксарске выпускают солнечные модули от 110 до 145 киловатт. Я сегодня, посмотрев производство, порадовался, впечатлен, что на самом деле линии работают. Первый продукт труда, результат работы ученых, конструкторов, инженеров и тех молодых людей, он налицо. Вот сегодня я видел на самом деле первые модули, которые выходят на этом производстве. На предприятии трудится 306 человек, и большинство – выпускники местных вузов. Сейчас у предприятия большие планы и заказы уже есть. «Хивель» поставляет солнечные батареи Алтайскому краю и Бурятии. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика.